Все зодчие в одном месте. В Саратове на Театральной площади состоялось открытие 21-й специализированной выставки строительства, отделочные материалы и дизайн. Участниками экспозиции в этом году стали более 50 российских компаний из 7 регионов страны. Среди них не только саратовские предприниматели, но и производители из Самары, Москвы, Республики Мордовия. Выставка сформирована из нескольких разделов. Отделочные материалы, дизайн, интерьер, быстро возводимые конструкции, строительная техника и оборудование, а также материалы и конструкции, инженерное обеспечение. Информационную поддержку экспозиции оказал телеканал «Саратов-24». Как отмечают организаторы, выставка имеет огромное значение для развития региона, ведь строительство – это один из драйверов экономики любого субъекта. Эта дискуссионная площадка, как вы называете, она имеет цель такой – продемонстрировать достижения строительной индустрии, показать что-то новое, что пришло, и собрать на одной площадке представителей всех категорий, начиная от застройщиков, проектировщиков и заканчивая конечным потребителем. Вопросов строительной отрасли очень много, поэтому строительный сезон только начинается. Это как раз то место, где можно это все своевременно обсудить, принять какие-то решения. В рамках форума также запланирована обширная деловая программа, круглые столы, мастер-классы и семинары. Первая дискуссия уже состоялась. В ходе нее обсуждалась тема долевого строительства. В частности, теперь дольщики смогут видеть процесс возведения своего жилья по фотографиям, которые должны будут публиковаться на сайте застройщика.